Вот уже 20 октября в стенах законодательного собрания состоятся общественные слушания главного финансового документа региона. После этого депутаты обсудят расходную и доходную части бюджета. Ранее проект бюджета формировался на один год, но в связи со сложившейся в стране финансово-экономической ситуацией на федеральном уровне было принято решение о разработке документа на трехлетний период. Ульяновские власти инициативу поддержали. Хотелось бы отметить, что, конечно же, важно то, что бюджет все-таки в этом году мы формировали трехлетним. И это очень радует, потому что трехлетний бюджет, он расширяет горизонты планирования, и, соответственно, наши отраслевые министерства могут заключать двухлетние, трехлетние контракты, это очень удобно, поэтому вот так как мы принимали на 2016 год однолетний бюджет, это было вынужденной такой мерой, и мы очень рады, что мы возвращаемся к трехлетнему бюджету. По словам Екатерины Владимировны, в первом чтении будут рассматриваться основные параметры бюджета, утверждаться его дефицит, а также рассчитываться сумма межбюджетных трансфертов. Уже ко второму чтению полностью рассматриваются расходы бюджета в разрезе отраслей. И здесь, я думаю, что будет вот действительно плотная работа, потому что не настолько интересны доходы сами по себе, насколько интересны, куда же они будут направляться, это больше всего волнует население, и, в общем-то, это понятно. Поэтому основная работа с депутатами будет ко второму чтению, и мы надеемся это завершить в конце ноября. Общие доходы областной казны на следующий год сформированы в сумме почти 40 миллиардов рублей. Расходы же запланированы в объеме чуть более 41 миллиарда. Всего планируется реализация 18 госпрограмм, из которых львиная доля расходов отдана развитию социалки. Дарья Сударева, Павел Макаров. Новости Ульяновской правды.